И снова всем здравствуйте. Приехали с кентом посмотреть на тайгу. Есть ли колба, нету колбы. Первое впечатление. Ее тут еще рано ее. Вон два кустика нашли маленьких. И все. А так ее пока нету. Сейчас пошляемся по солнечной стороне. Посмотрим, может быть, что-нибудь и сорвем на пробу. А пока здесь вот так. Орет что-то. Ну что, что будет интересно, я покажу. Ну вот сколько обошел солнечного уклона. Нифига нету колбы. Черемши. Снег еще кругом. Вот здесь есть проталины. Но тут колбы нет. Серега, чё, нету? Нету, говорит, ничего. Ёлочка, сосёночка маленькая. Ну что, маленькая с меня ростом, больше, даже выше. Вон там птички летают. Что-то они плохо поют сегодня здесь. Да, не наш день. Первый раз в прошлом году мы прикатили. Ну сразу здесь ее напластали. Рано приехали. Одним словом, рано. Ну, зато... Оу! Что-то нашел. Что-то орет. Что-то нашел. Ты что там орешь? В капкан попал? Ты что орешь-то? Где ты есть? А, Серега? А, понял. Что, кепку потерял? Он уже на гору забрался. На самой макухе надо спускаться, наверное, туда вниз, в тот лог, скорее всего. В прошлом году мы там хорошо набрали. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А я ее обходить не буду. О, на его следы вышел. Фух. Вот он шел перед ком. Здесь покрасивее, чем там. Здесь елочек побольше.
Хоп, понесло куда-то вниз. Сапоги новые приобрел себе. Те болотники у меня навернулись в лужу. А не, тесь разлилась, я в нее залез. И все. Полный башмак был воды. Хотел приклеить, не получилось. Несколько раз пытался, не клеит, не резина там, какая-то фигня. Пошел новое купил и все. Те и так сапожки у меня хорошо походили. Фух. Фух. О, вот здесь должна быть колбишка. Все. О, елочка как. Торчит свечечка. Что, дальше пошли? Все. Залез я на хребет. А там, за косогором, еще косогор. Их тут ломать, не переломать. И тут не видать. Что, Сережа, нету, да? Ау! Ну вот. Понятно. На нету спросу нету. Рановато еще. Рановато. Ну а что тут внизу камни? Ну, как-то так вот. Вот так здесь. Хорошо. В тайге весной. Особенно хорошо, когда у меня есть колба. А так как ее на сегодняшний день нету. Это не она. Реально. Нет, не она. Вот она. Вот она торчит кусочек. Вот он всего. Вот он. Вот она. Ну что, хоть покушать маленько. Сейчас ножик достану. Повыковыриваю. Мало. Ну и как вам урожай мой? Это все. Вот минут 30 сходим уже. Это весь урожай. Ну, съел маленько. Ну, чуть поменьше, чем это. Нету колбишки. Снег еще лежит.
Ну что, ребята, демократы, сменили мы дислокацию, переехали еще километра на полтора вперед. Зашли вот южная сторона. Вот солнышко на нас светит. Здесь снегу еще больше. Вот тут лыжка есть маленько. Вот она, чуть-чуть. Видно, да? Вот она. Вылазит. Такая вот махочка. Козявка маленькая. Вот они. Ну что, порвем немножко здесь. На этих проталинках. Ну вот, ребята, нахватал я сколько. Ё-моё. Совсем чуть-чуть. Но здесь получше на этой стороне. О, родничок бьет. Ключик хороший. Вода холоднющая. И все. Вон вниз пошел. Фух, здесь так вот. Здесь елочек побольше еще. Все, вылажу я отсюда. Вот по порталинам ходить, если весь день. Ну сколько? Ну вот. Это за час, наверное. Наших хождений. Ну так, отдохнуть, потрескать витаминчиков свеженьких. Чё? А? А здесь-то побольше маленько. Машины ходят. Пойдем. Вот здесь совсем другой лес. Здесь осинника больше. У меня прибавилось маленечко. Ну, самая-самая малость. Северная сторона. Она еще вся в снегу. Тут вот след есть от буранки. Тут на этих гоняли на снегоходах. Я по ней иду. Не проваливается хорошо. А здесь? Да, здесь, ну а здесь? Здесь снегу мало. Все, можно вниз не ходить. Пойду ближе туда. Дороги к основной. Ну как-то так. Вот такая вот прогулочка у нас сегодня спонтанная. Не думали, не гадали. Ну надо съездить. И все, и сели, поехали. А что нам делать? Осенило.